фасоль баке – это простой и при этом невероятно вкусный китайский гарнир. Приготовив его с соевым соусом, острым имбирем и сахаром, мы получим яркое блюдо, которое можно подать с мясом или рыбой. Есть много причин любить китайскую кухню, но лично мне она больше всего нравится за то, что все блюдо в ней готовится очень быстро. Сегодня я хочу рассказать вам, как сделать фасоль баке, отличнейший гарнир с ярким вкусом и потрясающим ароматом. На самом деле это блюдо можно кушать и как самостоятельное, оно и так очень вкусное. Но я обычно готовлю фасоль баке в домашних условиях и подаю ее с мясом или рыбой. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. А теперь ингредиенты. Фасоль стручковая, 450 грамм. Соус соевый светлый, 2 чайных ложки. Сахар, 1 чайная ложка. Имбирь свежий нарезанный, 1,15 чайных ложки. Масло растительное, 175 миллилитров. Кунжут, по вкусу, для подачи. Количество порций, 2. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх. Если нет, то палец вниз. До новых встреч!